Игорь Комаров назначен полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Игорь Комаров родился в 1964 году в Энгельсе Саратовской области. Закончил экономический факультет МГУ, работал на руководящих должностях. С января 2015 года по май 2018 Комаров занимал пост генерального директора госкорпорации «Роскосмос». С 11 июля он исполнял обязанности замминистра науки и высшего образования Российской Федерации. Напомним, ранее пост полпреда президента в ПФО занимал Михаил Бабич. В августе он был назначен послом России в Белоруссии.